Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на вот такое вот мороженое. Здесь 600 грамм, пятерочка, стоит оно всего 150 рублей. Представляете, всего лишь 150 рублей. Такое вот оно. Так, вот 600 грамм. Так, мороженое мы читаем здесь. Молокосодержащие заменители молочного жира. С ароматом, да, пломбира, наверное, не совсем натуральное, да? Так, тут состав читаем. Давайте прочту. Цельное молоко, сахар, песок, масло сливочное. О, заменитель молочного жира, масло кокосовое, масло пальмовое, офигеть. 15 месяцев. Ну, я его покупала для того, чтобы делать латте. Сейчас будем смотреть, какое получится у меня латте. Так, ну, вот так вот она упакована. Сейчас посмотрим, вскроем, что там такое. Вот она сама штука. Вот она, смотрите, просто открылась, как мешочек, и все. То есть упаковка не герметичная. Если там где-то вы положите его в сумку, там и летом будете пока добираться до дома, у вас мороженое просто потекет. В рюкзак, там, например, в рюкзак вы положите или в сумку, да, и все. То есть тут даже вот, просто вот она. Так вот. Вот, и все. Хотя бы запаковали бы как-то, я не знаю, ну, чтобы разрезать. Вот так действительно потекет, и все. Смотрите, прям белое, белоснежное, без каких-то там примесей, прям вообще. Белый-белый, как снег. Так, вот такая латтешечка получается. Смотрите, как она там сбоку. Офигенно выглядит. Мне нравится, вот сидишь, и она прям вот герметизирует, вот это вот все спускается вниз. И через пару секунд там будет, ну, просто красота. Так, что у нас здесь? Я только его отрезала, она уже довольно быстро начинает таять. Ну, не знаю, сказать, что у меня прям дома очень жарко. Вот оно уже все, видите, уже подтаявшее. Оно вкусное, такое немножко приторно-сладкое. Ну, такое ароматненькое. Какой-то такой вкус чуть-чуть присутствует, немножечко другой. Но, в принципе, вполне вкусно. Попробуем как латте. И будет видно. Не знаю, такой состав, я прям удивилась. Я состав не читала, просто увидела. Ну, чисто для латте вот взяла. Но латте тоже может, в принципе, подвести, потому что здесь дешевое мороженое. Мороженое, мы знаем, то, что может не получиться. Уже пробовали с вами. Есть на этот ролик, на это все. Вкусное такое мороженое. Все-таки немножко оно ароматненькое такое. Мне понравилось. Смотрите, хоть оно и растаяло, оно как бы остается, сильно не стекает. То есть оно не превращается в воду. Допустим, как мороженое было у нас с вами из Магнита, самое дешевое, там ихнее какое-то. Оно было как какое-то более воду, оно желтое было, а это полностью белое. И посмотрите, что у нас тут. Ой, блин, это так офигенно. Вот они стекают, видите? Это просто офигенно смотрится, это очень-очень безумно вкусно. Сейчас еще чуть-чуть она растает, будет сверху пеночка такая, прям обалденно. Какая, смотрите, красота стала. С рафаэлочкой.